Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Shadow Fight 2. Ну что же, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забывайте ставить лайкосики, вы у меня самые лучшие, реально, вы так быстро их просто моментально набираете, что мне прям, я не знаю, я каждую серию просто восхищаюсь вами, серьезно. Спасибо огромное, ребята. Ну а я, конечно, вас не особо восхищаю, потому что в предыдущей серии я получил топоры, блин, даже правильно не могу уже сказать, и в общем это жесть, потому что ими очень трудно управлять, серьезно, они как бы хорошие, но сильные, очень сильные, но чтобы ударить, понимаешь, как я люблю спам-атаку, все дела, но надо, в общем, держаться, ребята, нам на расстоянии где-то вот, ну-ка, вот примерно целая вот эта вот шторка, ну или как это называется, дверька вот эта вот. Вот смотри, вот держимся на расстоянии, чтоб противник вот, ну груши, да, вот это вот. Тихо, вот, вот так вот. Оп, только сейчас мы с тобой, если мы нажмем, ну, направо и атака, практически надо тоже быть. Ну-ка, погоди. Ага, вот, примерно. Ну я запоминаю, друзья, расстояние. Отлично, отлично. То есть вот примерно такое вот. Угу. Тут также у нас удары вверх неплохие и также вниз. Но вниз, смотри, он прям вообще куда, непонятно куда там ударяет. В общем, погнали, ребят, что говорить-то. Сегодня, я думаю, мы 16 уровень поднимем. У нас сейчас 27 тысяч, если что, видишь, нормально, невозможно. Выживание обязательно надо сходить. Идем на турнир с тобой. Пока я не буду на... На затмение, на затмение. Я просто смотрю, блин, утес. Подумал, хоть бы он плохо этими. Так. Все, начинаем, начинаем с тобой. Вот, вот это топоры вообще жгут. Но главное правильное расстояние, конечно, выбрать, чтобы так было. Понимаешь? Ух ты, блин, бедный старина утес. Тихо. Я прям, я знаешь, ему прям отдаюсь. Офигеть, посмотри, что он как тут набирает. Плотняк эти топоры вот ни в коем случае использовать нельзя. Я до сих пор пытаюсь, что-то хочу прям подойти. Ну, что делать, что делать? Раунд второй. Сразу применяем магию, пацаны. Хопа! Ну что, утесик? Вот это мы с ним разобрались. Он тоже применил, но... Да, конечно, у нас есть же эта штука специальная, которая урон немножечко поглотила. Ну... Красиво было, но он наш блок. Черт. Черт, засранец какой просто. Но он меня правильно уделал, правильно. Так мне и надо, потому что я что-то там, блин, машу где-то, непонятно, этими топорами. Ребят, честно, вот вообще не нравится. Очень надеюсь, что мы сейчас перейдем на другой уровень и будет нормальное оружие. Так. Для меня, друзья. Я не хочу вам ни в коем случае оскорбить, да, потому что я вообще, видишь, нубас. Мне не нравится это. Так, шокировали мы с тобой его, все, отлично. Видишь, главное, как правильно подбирать расстояние, и будет отлично. 10 косарей мы аж зарабатываем. У тебя достаточно ресурсов, чтобы наложить слабое зачарование. Но я пока это не буду делать, конечно. Мы с тобой идем дальше, теперь уже сложно. О, какой-то карманник. Со стилитами. Все вспомнил. Ну давай немного потанцуем, братишка. Блин, как вообще. Просто отлично, просто посмотри. Ну, тут он, понятное дело, что нас немножечко. Немножечко уделал. И сейчас нас уделал. Блин, мы такое чувство, как будто как баржа какая-то. Как будто я потолстел и не могу ничего. Как мясник. Как вы думаете, мясник, он быстро двигается или нет? На. Давай, быстренько его одолеваем, а то, блин, я уже не могу. Такими темпами
конечно, можно проиграть. Вот, я такое чувство, что... Серьезно, я не знаю, я такое чувство сегодня, что я как будто специально проигрываю. Ребята, офигеть, что вообще происходит? Не могу на этих топорах вообще ни разу. Он прям даже уже дожидается, когда же я, блин, его, может, нанесу урон или нет. Вот-вот-вот, красиво-красиво было. Так, отлично, хорошо, что он просто постоял. Это, между прочим, сложно. Я на невозможном спокойно с нунчаками проходил, помнишь? Но там надо было... Так, тихо. Ах ты, жопа вонючая, просто кармановская. Ну сейчас-то я тебя... Так, давай, аккуратно как-то. Но сегодня не везет, что-то мне вообще не фартит. Вперед, ребят. Это сложно. Офигеть, о... Я такой, блин... Вот такое чувство, что я набрал килограммов 50. Я как баржа какая-то. Я вообще ничего не могу сделать. Ну-ка, блин. Серьезно, как будто... Как будто я после Макдака или чё, блин, чё за фигня? На. Ну, вот знаешь, как будто удары должны были быть, но их нет, их нет. Угу, тихо. Просто чисто добил его, втоптал в землю, боже мой. Серьезно, я как после Макдака, какого фига? Я вообще ничего не могу сделать, блин. На. Во, пошло, ну. Ну, бедные мои косточки. Ужас, просто ужас. Ребята, мне уже стыдно за серию, понимаешь? Ты сейчас смотришь такой... Господи, Зелев, ну ты так плохо никогда... Я реально так плохо никогда не играл. Все, мы его уделали. Фу. Боже, побыстрее бы сменить эти топоры. Слушай, если я даже сейчас возьму оружие на предыдущий уровень, мне кажется, будет даже лучше. Ну сколько вот, давай посмотрим. 323, да? 348. Не, лучше на всякий случай не буду. Как бы... Еще хуже, опозорюсь. Ладно, все, побыстрее, давай вот это вот мы с тобой закончим. Безумно, не, я туда не пойду. В этом бою ты проиграешь, если противник собьет тебя с ног. Твою мать. Гадалка, я тебя ненавижу. Пожалуйста, поддайся, ладно? Проиграешь, если... Серьезно? Вы прикалываетесь, что ли? Боже мой. Вы что, реально? Так, надеюсь, она так же не сделает. Пожалуйста, только не делай так же. Боже мой. Тихо. Сейчас, секунду, все нормально. Чисто добиваем ее. Давай! Гадалка, мать твою! Да, уделал просто ее. Фу, я боялся просру сейчас. Так, ну давай смотреть. Сложно, без двойных ударов. Сколько? 2500, да, нам не хватает? Блин, так еще опыта нам надо. Нифига себе. Так прилично.
Это по-любому испытание 2 надо пройти. Но я думаю, пройдем. Там, в принципе, сложно. Потом будет как-то тоже безумно. Только немного подкачать. Ладно, короче, выживание надо будет сгонять обязательно. Так, двойные удары мы не можем использовать. Ну, то есть, чисто просто по одному разу нажимать. Ну, блин. Ну, давай протестируем. Сейчас мы с тобой протестируем. Блин, а у него-то вообще крутые эти штуки. Так, нормась. Оп. Нет, топоры, в принципе, прикольные. Ну, вот это вот не прикольно, а так вот это прикольно. Капец, ребята, простите, что сегодня серия вообще... Надеюсь, топоры скоро уже все. Не будет топоров, и мы с тобой нормально. А там чем-то еще новое будет, по любасу. Да господи, нифига ты, блин, дядя, Да дя... Да какого фига ты, блин, вообще творишь, слышь? Офигеть, что он вообще творит? Это смешно. Да боже, я думал, я успею. Какой ты, сука, быстрый, а? Да ты, блин, так он. Кунай даже, блин, не работает против него. Да, тут уже не пригнешься, конечно, агрессив. Но ничего, ничего страшного. Главное, чтобы мои топоры были на месте, и мы его... Без двойных же ударов, ты, сука, охренел? Ну, конечно, без двойных-то я. Естественно. Я должен без двойных, а ты, дядя, хоть тройные, двадцатерные. Ну, я не могу, я с топорами не могу, ребята. Сегодняшняя серия, ребят, давайте наберем побольше лайкосов, потому что, чтоб я не сдавался, потому что я не могу, я так не могу. Первый удар мой. За мной. Так, в жопку он меня отметелил, конечно. Ну, в жопу получишь ты! Ух ты! Офигеть! Ух ты ж, блин, как красиво! Ребят, давайте представим на секунду, что это я счастливчик. Ребят, это на самом деле я счастлив... Ух ты, ублюдок! А, да-да-да, красиво мы его с тобой уделали, просто шикарно, но... О, боже, топоры, пожалуйста, побыстрее бы. Ребят, 90% времени, 90% видео нытье о топорах. Боже, да кто-нибудь отоберите у него эти топоры. Там такой вот напишет, мне кажется. О! Куда? Как? Офигеть ты! Ты как вообще это... Это как получилось так вообще? Как это вообще получилось, что я... он кинул в меня магию, и она прошла сквозь меня? Офигеть, ладно, мы с тобой выиграли, это важно. Так, ну что же, друзья, я сейчас качнул броню, и у нас, правда, смотри, безумно все равно на турнире, безумно. Но я отправляюсь. Ого, изгнанник. Блин, у него топоры. А, у него топоры. Ой, лох. Ну, хотя... Ну, мне кажется, с топорами просто... Ой, блин, я у него отобрал топоры. Ему сейчас легче будет. Ему легче будет сражаться, ребята. Блин, ну я же сказал. Блин, ну все, он сейчас меня будет уделывать. Ну все. О, тихо. Тихо, еще какого-то фига не уделывает. Блин. Офигеть, мы с тобой его... Это на безумном. Да, зачем я еще прокачивал тогда броню? А хотя вот сейчас вот может случиться непонятное. О. Ух ты, боже мой, тут действительно...
Вот сейчас действительно прям... Боже мой, один раз по голове. Слушай, он тяжелый, действительно. Но надо его как-то сейчас обработать, так сказать. Обработанный изгнанник. Ух ты. Угу. Я, блин, капец, тут рот раскрываю. Так. Только я смотрел свое видео, это пипец. О, так он... Офигеть, так это можно спокойно сделать? Я что-то даже не думал раньше. Короче, с ним надо... Да боже. Тихо. Да, прям по башке, отлично. Тихо, тихо, тихо. Блин, ну боже, ну то офигеть. Да ладно, он чисто меня уделал. Офигеть. Офигеть, просто, просто я в шоке. Боже, я ненавижу его. Ублюдок. Мохнатый. Сука, иди нахрен. С вами сраными топорами. Вау. Фига ты, новые приемы изучают. Смотри-ка. Тихо. Блин, надо его куна... Слушай, офигеть он, блин. Сука. Боже, какой же он жесткий, если честно, он жесткий, реально. Боже мой, почему ты такой жесткий? Ответь! Ответь, почему? Я ненавижу его топоры, я чисто ненавижу его топоры. Потому что я не умею этими топорами фигачить, а он, сука, умеет. Хотя фиг его знает. Но единственное, кунай может. И вот эту хрень применять. Ну хорошо. Пошел отсюда в жопу. Все, давай-ка кунаями его закидаем. Я уже не могу. Хотя бы один бой, ребят. Я просто реально не могу. Извините, пожалуйста, что я это делаю. Но пошел он в жопу, по-русски говоря. Я ненавижу его. Серьезно. Смотри, мы еще и можем помереть, так что аккуратно надо там, блин. Я не могу. Это падла заслужила просто за все хорошее. Я бы не кидался, если бы ты не кидался. Понял, сволочь? Здесь ты понял меня. Скотина. Ну, прикинь, мы еще проиграем. Ты сволочь, блин, смотри, что он сделал. Я чуть не сдох. Офигеть, блин, это опасно. Это очень опасная игра, ребят. Это очень опасная игра. Надо аккуратно, аккуратненько. Но я ему сейчас задам. Я ему сейчас так задам от племешей всяких вот этих вот. За все хорошее. Давай, раунд 3. Ну что, готов? Да боже, да как же ты это делаешь-то, а? Вот. Вот так вот. Сволочь, пожалуйста, я не хочу так тебя валить. Я умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого. Так, ладно, первый раунд я затащил, друзья. Сейчас надо, главное, второй раунд затащить, и все нормально будет. Да, вот так вот его. Тихо. Все, блин, понятно. Вроде вот когда вот надо, когда не надо. Не-не-не, пока магию не применяем. Это нахрен не надо. Видишь, он заколебался своим говном вонючим. Но что делать? Приходится мне терпеть. Видишь, шокировал даже меня. Ладно, ладно, ничего страшного, ребята, раунд 3. Его можно победить, но это происходит, ребят, раз в 100 лет. Ну, о, как, блин, это вовремя, конечно, так вот получилось, но сейчас у меня может
загонять. Скотина. Есть. Есть. Ну. Сейчас, если он победит, я даже не знаю, что делать. Да тихо. Да заколебал. Сука, своими кунами в шубу иди. Тихо. В шубу. Да он надоел этим. Да. Пиво, конечно, офигеть. Все, давай идем в испытание. Что там, снаряжение уровня 15? В смысле, в мой... В смысле? То есть я не могу это пройти пока... вот какой вы мне сюрприз под конец подготовили, да? Блин, а я даже не посмотрел, я сразу на него... То есть, погоди, что ему не нравится вообще? В этом уступить шлем метательным оружием 15 или выше? Я понял, то есть 22 тысячи потратить. А мне другого и не остается выбора, ребят. Какие-то кунаи, зачем они вообще мне, хотя бы, ну, охотничьи ножи он есть, офигеть. А интересно, будет ли это дороже или нет? 7600 или 22 тысячи, давай проверим, итак, охотничьи ножи. А, они написаны, а, фу, слава богу, я просто смотрю, там уровень, он сразу на мой стал, офигеть. То есть вот, оказывается, как... Ух. Помнишь, я тебе рассказывал про... Сейчас тебе скажу про кастеты. Я их не покупаю, они все за 200 монет. То есть, если что будет... То есть, если я еще сейчас куплю, они будут на 15-м. Офигеть. Все, я понял. Фух. Все, давай, идем туда. Да, в бой. Теперь у нас другое будет оружие. Офигеть. Сегодня, блин, просто, я не знаю, потрясающий день в плане... Какие-то разочарования, что-то вот не получается, ребят. Бывает такое, не стоит, конечно. Не стоит, конечно, ребята, расстраиваться прям сильно, но бывает, конечно, такое. Давай. Ну, конечно, он, блин, быстрый, утесик. Ну-ка, как тебе? Ну, сейчас мы его, понятное дело, но это неинтересно, мне кажется. Так неинтересно, мне не нравится. Давай. На, по башке утесу. На, камон. Блин, топоры, простите, ребят. Все, мы сейчас побеждаем его. И топоры. Нафиг я в топку. Но если еще победим, ребят. Потому что, возможно, не победим. Я хотел так сделать. Блин, у него офигенное оружие. Мне очень нравится его оружие, но что-то его не особо спасает. Смотри-ка. Есть. Давай, все, уделываем утесы. Есть. Победили, боже. Ребят, простите, реально, за сегодняшний выпуск. Все, 12 штук, отлично. Отправляемся. Неплохо, да. Я хочу профиль посмотреть и... Так, все, хорошо, друзья. 71 тысяч, да, я посмотрю. Кто-нибудь? Нет, никого нет. Друзья, сегодня никого нет, к сожалению. Я очень надеялся. Ух ты, уничтожитель! А, не, он далекий. Понятно, я буду вообще... Вот восточные сабли, что-то прикольно. Когти, это прикольно, ребят. Офигеть, блин. Да, на заказ 36 тысяч. Ух ты ж, блин. Дорогие такие. Офигеть, что вообще с ценами-то? Вау. Ждать. 46 тысяч, то есть нам где-то надо еще надыбать денежки. Но это можно, если что, пойти в испытание, там ничего страшного, я думаю.
мясник выживания, если что. Давай, наверное, их протестируем. Офигеть, что за когти такие. Мне прям хочется их проверить. Единственное, на ком же? На ком же, друзья? Да-да-да, надеть обязательно. Я чувствую, они будут крутые. Надеюсь. Сейчас. Но они похожи, как получаются у нашего... нашей рыси, но... без всяких там этих. Очень похожи, просто двойные такие. Это, конечно, смешно. Итак, мы можем уже телохранителя какого-то... Так. Надо бы, конечно, это все проверить. Но я думаю, стоит. Бык, мясник, наша путеводная звезда во мраке. Он вырастил меня. Научил всему, что знает сам. Я обязан... Ну, это молодец, конечно. Ой, блин, дальше вообще капец. Какие-то чуваки там с косой вообще какой-то. Бык, тень. Ну, давай, давай. Раунд первый. Нифига себе, вот это прикольный, друзья, прием. Вообще шикарно. Если еще зачарование какое-нибудь сделать, это прям реально пушка. Посмотри на это шикарно, это просто мега круто. Вау, блин, я... Все. Все, нету быка никакого. Офигеть. Есть. Жалко, жалко, атака прям длинная была. Не, это круто, конечно. О, тихо, 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 бык, бычара. Успокойся, успокойся, бык. Блин, красная тряпка у него. У него супер красная тряпка. Черт, собака, а какая. Ну ладно, ничего, 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 ничего. Мне нравится, что комбо можно какие-то проводить вообще офигенные с этими когтями, но если... Как же они бесят, как они просто задрали. Ребят, как? Отобрать бы у вас все метательное оружие, сволочи. На. Я, блин, все дожидаюсь, а эти сволочи, блин. Сразу встают и начинают. Ну, агрессивные какие. 27 тысяч. Мы с тобой получаем 5 тысяч. Не понимаю, почему никто не пришел мне на помощь. Неужели мясник просто использовал меня? Нет, я отказ... Не, ну он, в принципе, его научил. То есть, как он... 57 тысяч. То есть, следующий выпуск по-любому надо будет что-то такое вот делать. 57-86. Офигеть. Боже мой. Оу, щит. 108 тысяч. Боже мой, это капец. Ребята, ну что же, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Вот. Следующая серия. Ну, надеюсь, мы там подфармим. Все будет отлично. Когти неплохие. Научусь обязательно. Но топоры прям... Не знаю, не смог, ребят, извините. Ну что ж. На этом все. Обязательно поддержите меня лайкосиком. Бай-бай, дорогие братишки.